Друзья, всем привет! Получил сегодня вот такие вот две небольшие посылочки. Уже как-то соскучился по распаковкам. Давно ничего не распаковывал. И здесь у нас наушники, я уже их показывал. Это у нас здесь Xiaomi последней версии, которые третий пистон их называют. Наушники мне обошлись вот в эту вот сумму, 12.81. Когда я покупал, была вот такая вот цена, $18. У меня там были какие-то не купонные, как они называются, баллы. Я их списал, получается, и вот сэкономил, грубо говоря, $5, да, чуть больше. И вот у меня получилось вот на такую вот сумму. 11 дней шла посылка, послали EMS Китая, очень быстро, в принципе, дошла. И в этой посылочке у нас женские часы находятся. Посылка шла 18 дней. Вот, что я за нее заплатил, 13.02. 692 это у нас в рублях. Сейчас я вот смотрел, она стоит на 100 рублей, чуть больше 100 рублей, дороже уже. И, кстати, вот эти наушники сейчас стоят 17.91 или 92 цента. 19 цент, долларов 92 цента. По-моему, такая цена. Ну, посмотрите, я ссылки оставлю в описании. Давайте будем вскрывать. Эта посылка у нас Тани Дила. А часы у нас Алиэкспресса. Вот они деловские, это наклейки, их там артикулы все. Наушники оригинальные. Ну, в принципе, я их вытаскивать, наверное, не буду, я уже их показывал, смысла нету их еще раз показывать. Буду уже их тестировать, это я заказал для себя. В прошлый раз у меня их заказывали. Коробочка ни разу не открывалась, а в той посылке она у меня была уже отклеена. Видно было, что отклеивали и смотрели наушники. Ну, как видим, все запечатано. Ну, оснований не доверять Тани Дилу у меня нету, что это не оригинал. Я думаю, что это оригинал. Ну, посмотрим сейчас качество звука. Ладно, это в стороночку. И давайте откроем вот эту посылочку. Это заказывала у меня моя жена. Часики такие там, если не ошибаюсь. Коричневый ремешок должен быть. И циферблат такой зеленоватый. Какой-то, ну что-то типа того. Так, ну ремешок вижу, да? Видите, коричневый. Так, где он тут открывается-то? Вот такие вот часики. Полностью коричневые. Ну, что-то я не помню. Это пленка наклеена какая-то, что ли, что это такое? Да, это, наверное, пленка. Да, пленочка, я уже думал, какая-то трещина. Ну, ничего, так симпатично, кстати, так выглядит, как увеличительное стекло такое, да? Даже дата сегодняшняя стоит. Корпус вот у нас металлический. Не знаю, вот это вот похоже как на стекло. Не знаю насчет кожаности ремешка. Ну, скорее всего, это какой-то кожзам. Мне так кажется, судя по ощущениям. Ну, в принципе, за эту цену, я думаю, они себя окупают. Написано Water Resistant, водонепроницаемый. Ну, как оно будет, не знаю. Пишите комментарии, ребята. Сейчас отдам супруге, пускай меряет, носит. Ну, мне, в принципе, нравится. Не знаю, как вам. Ну, что так смотрится симпатично. Единственное, не помню, там бело-зеленый циферблат, по-моему, был. Ну, я могу ошибаться, конечно. Но ремешок точно должен быть коричневый. Ладно. Такая вот на сегодня небольшая распаковочка двух маленьких посылочек. Ну, в принципе, на этом все, наверное, ребята. Это вот название такое вот. Как прочитать, не знаю. Не буду коверкать. Ладно, тогда на этом все. Если видео было полезным, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в мою группу ВКонтакте. Всем пока, еще увидимся.